Из-за коронавируса до конца февраля останется закрытым Центр приграничного сотрудничества «Харгос». Сейчас в здании ведется ремонт и модернизация перехода, сообщили в областном акимате. В частности, расширяются пропускные возможности зала и изолятор. Ежедневно Центр «Харгос», расположенный на границе с Китаем, посещает 10 тысяч человек. Напомню, в конце прошлого месяца работа центра в связи со вспышкой коронавируса была приостановлена до 15 февраля. И вот теперь стало известно, что это решение пролонгировано. По переходу очень много было жалоб, провели там ремонт и модернизировали зал для того, чтобы в будущем граждане беспрепятственно проходили. Изолятор был размещен изначально неправильно, мы его перенесли. И ввиду постоянного пассажиропотока было принято решение увеличить койки мест для изоляторов. То есть сейчас там от 4 до 6 мест.